Вы всем здорово, чуваки, с вами, как обычно, я, Ралюха, и добро пожаловать обратно в игрушку под названием GTA 5. Сегодня у нас рубрика «Дробилка машин». Сегодня мы будем рубить наши машиночки вот в этой мясорубочке. Ты только глянь, что это за аппарат, вот такие вертушки, которые будут ломать наши машинки. Машин у нас сегодня, ребята, очень много, но ты только посмотри, просто опупеть как много, а если быть точнее, 18. У нас... вот такой Lotus, потом вот такая тачка, что это такое вообще, Макларен или что это, да, Макларен, Ламба Галарда, Мерседесик, вот такой вот, Дрипфорд офигенский, потом, конечно, Доджик. Тут какая-то Реношка маленькая, Тесла, какой-то Линкольн старый, это же Линкольн, а нет, это Роллс вообще, нифига себе, Бугатти Дива, Рейндж Ровер, трактор розовый, i8 бэшечка, вот такой пикапчик, шестиколесный Хаммер, Лексус, Лоурайдер и вот такая получается Ламборгини Диабло, вроде я правильно назвал. Вот такие у нас сегодня офигенные тачки, желаю всем, ребят, приятного просмотра, приятного аппетита, если вы что-то кушаете, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Если вы впервые, вы точно не пожалеете. Ну и, конечно, поделитесь этим видео, пусть друзья тоже посмотрят. Ну что, мы, ребят, начинаем, сейчас мы поедем вот сюда. Ну согласись, очень любопытно узнать, как поломаются наши машинки. Вот, допустим, вам мы сначала возьмем вот этот Lotus. Ну-ка, садимся. Опачки. Замечательно. Так, опа, заводим нашу машинку и погнали. Экспериментик начинается, ребята. Поехали, ныряем. Бабах, ё-моё, напоминаю, да, еще раз напомню вам то, что в игре установлены повреждения улучшенные, ё-моё, которые дадут нам возможность хорошо помять наши машины. И Lotus что-то где-то, ребята, немного застрял. Он застрял между этими лопастями и, походу, все, ребята... Походу кирдык Lotus, он вообще вылезти не может. Так, давай я вот сюда вот раз и поедем дальше. Ё-моё! Да, наконец-то мы упали. И посмотри, что стало с нашей машинкой. Да, ребят, сегодня мы все машинки будем так ломать. Просто вспомни, какой был этот Lotus красивый и что с ним сейчас стало. Ребята, ну просто кирдык, ё-моё. Так, да, возвращаемся мы на исходную позицию. Снова забыл я телепорт поставить. Так, давай, опачки, телепорт. Так, давай дальше мы вот этот Мерседес зеленый поломаем. Ё-моё, как же поломается вообще, блин. А вот интересная машина, которая вообще почти не поломается. Очень любопытно. Так, Мерседесик. Мерседес SLS, ё-моё. 65, что-то там такое у нее название. Ё-моё, ребята, у меня аж камера зависла немножко. Кирдык, просто, ну ты глянь, бедная тачка, ё-моё, капец, ну-ка, вид из салона, ребята, вот вид из салона, просто вот так вот нас носит из стороны в сторону, ё-моё, бабах, на то же место падаем, и эта тачка вот так поломалась, она едет, она реально едет, ребята, как, каким образом, но, собственно, вот такие вот у нее повреждения, ну, у Лотуса, конечно, ай, взрыв! Нифига себе, ребята, тачка взорвалась, я аж не ожидал. Ну-ка, ребята, Ламборгини, Ламборгини Галардо. Вот такая офигенная тачка. Погнали в мясорубку! Опа-на, ё-моё! Капец! Капец, кирдык! Так, давай, полетели, полетели, давай! А чё это мы застряли немножко? Ну-ка, раз, о! Во! Вот это, вот это! Ё-моё, это как? Ребята, это как? Просто... что? Тачка улетает просто, прикинь. Ё-моё, давай, бабах. Ну, ё-моё, что делать-то? Давай, туда. Раз, ну давай в мясорубку. Раз, ё-моё. Все, завертело, капец, как сильно, ребята. И мы падаем. Так, мы падаем или не падаем? В город мы падаем или не падаем? Падаем, ребята, в город мы. На колеса, бабах. Нет, не на колеса, к сожалению. И вот что стало с нашей Ламборгини Галардо. В принципе... она ездит, она как новенькая ездит, но она тоже вроде горит. Да, ребят, движок горит. Тачка сейчас, походу, взорвется. С минуты на минуту она точно взорвется, ребята. Повреждение просто пушка. Кстати, вот давайте видео досмотришь до конца и вот напишешь в комментарии, какая тачка по повреждениям тебе больше всего понравилась. И, кстати, ребята, кстати, про комментарии. Обязательно пиши в комментарии, как у тебя погодка, как делишки, чем сегодня занимаешься или будешь заниматься, как твое настроение. Обязательно пиши в комментарии, если ты хочешь, чтобы я тебя почитал, потому что комментарии я читаю, лайкаю, особенно, ребят, самые первые. И крутой комментарий я закрепляю, да, поэтому, если хочешь, пиши комментики, обязательно прочитаю. Вот, ну-ка, давай-ка мы на доджике.
опа-на, вот у меня настроение хорошее, вот записываю для тебя видосик, погодка нормальная, в принципе, терпимая, солнышко вроде наконец-то, ну или это. Так, ладно, погнали на доджике, раз, погнали, раз, бабах, ё-моё, ой-ой-ой, доджик опять улетел, фига, это от одного удара он так поломался, буквально от одного удара, ё-моё, какой-то он хиленький, ребята, доджик-то. Бабах, ё-моё, раз, ни финта себе, вот это да, вот это минус доджик просто. Ну-ка, подожди, давай, ну, что-то он застрял, ребят, он просто взорвался, ребята, он просто взорвался, чё с ним, он застрял тут в стенке, как? Это что за баги в GTA 5, как это вообще возможно, просто как, объясните мне. Ну-ка, Макларен. Так, Макларен, садись. Раз. Давай, сели в Макларен. Так он, кстати, прикольный. Да, необычный. Такой какой-то длинный Макларен. Обычно он не так выглядит. Фига, это что? Спидометр даже рабочий. Вау. Вот эта тачка мне очень нравится. Прям очень нравится. Прям капец как нравится. Прикольно выглядит просто. Ну-ка, давай. Опа-на. Так, это еще что такое? Ребята, это что такое было сейчас, а? Это что было сейчас? Он просто улетел. Давай. Раз. Ё-моё, давай. Нормально. Давай. О, капец, порубит сейчас просто. Вау, на две... Фига он держится, ребят. Он как будто уворачивается от этих лопастей. Ой-ой-ой. Что случилось? Что это было, ребята? Что это сейчас только что было? И вот что стало с нашим Маклареном. В принципе, так, давай на колеса. Но он не так сильно поломался, как казалось бы. Блин, прикольно, на самом деле, машинка такая мне очень прям нравится, но он вообще как будто, ну, прям немножко поломался. Немножечко. Так, ну-ка, давай-ка мы затестируем. Тут у нас джип, так, подожди, джип пока мы оставим, вот тут у нас есть такая малютка, Рено, как-то называется, не помню как, ладно, такая малюточка, прям гламурная машинка. Давай, опа-на, на гламурной тачке Реношки, Реношка-макарошка, поварёшка, ё-моё! Это что такое еще? Нечестно. Давай еще раз. Еще раз. Опачки. Давай. Нормально. Давай. Бам. Капец. Вот это. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там точно минус тачка. Там точно минус машина, ребята. Прям капец как точно. Ё-моё, ребята. Ё-моё. Улетаем нафиг. Бабах. И ты просто глянь, что стало с нашей гламурненькой Рено. Она больше не ездит, да, она больше не ездит. И вот как ее помяло, просто мега мощно ее помяло. На самом деле она куда-то уезжает сама. Колеса просто в разные стороны. Ну, короче, тачка просто не жилец. Реально, она еще и взорвется, как будто скоро, ребята. Так, стоп. А там было это колесо? Да, было, ладно, что-то мне показалось, что-то у меня... Я затупил немного. Так, а как у нас поломается ретро Rolls-Royce-ик? Вот такой получается Rolls у нас старый. Давай глянем. Такой желтенький, прикольненький. Давай, в дрифте. Раз! И сюда, в мясорубку. Кирдык тачке. Бах! Просто смотри, как мы ее сейчас покошмарим немножко. Была хорошая тачка. Она, наверное, стоила просто миллиарды. Потому что все-таки ретро... Одна на миллион, блин. Ну-ка. Так. Капец. Ее носит туда-сюда. Просто прикинь, сколько она стоит денег на самом деле. Такая раритетная машина. Ё-моё, что у меня все дрожит? У меня все дрожит на экране. Где я? Я не понимаю. А, вон, вижу. Все, выход. Все, мы падаем, ребята, падаем. Ё-моё, нас не пускает еще эта мясорубка. Не дает нам просто так упасть. Ё-моё, все, мы все-таки упали. И смотрим на повреждения. Ну, что-то Роусик не так сильно поломался, на самом деле, просто как будто двери. У него реально как будто двери просто отпали. Ой-ой-ой. Вовремя я вылез, конечно. Блин. Не, ну взрыв, конечно, эпичный. Вот про взрыв ничего говорить не буду. Взрыв реально эпичный. Так, а как у нас поломается Тесла? Тесла Model S или как там? Я в них вообще не разбираюсь. Ладно, давай, погнали. Так, вертолет. О-моё, это кто такой пролетел? Красивенький. Фига, Тесла быстро! Фига, она реально быстрая, ребята, а? Ой! Ой-ой-ой. Но Теслочке конец. Была, конечно, хорошая машинка, но, походу, ей, ребята, кирдык. Потому что... Бабах! Ёшкин кот, ты посмотри!
Как же она хорошо поломалась-то, ты просто обрати внимание. Она просто сузилась, буквально в два раза меньше стала. Так, это что за паренек такой? Ты тут что, на парковочку? Ты будь аккуратней, потому что если я на тебя упаду, то вот жестко. Ёма, он меня сбил. Чё меня сбиваешь-то? Короче, повреждения у Теслы просто офигенные. Ну сам зацени, просто опупенные. Так, давай мы теперь затестим Range Rover. Рэнджик. Садимся в этот внедорожник крутецкий просто. И тоже, опа-на, в заносике. Бах, сюда. Чё с ним будет сейчас, я просто не представляю, ребят. Ай-яй-яй. Ой-о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 й
Так, в принципе, начало хорошее. А, все, она уже падает. Ну, в принципе, Роусику этого было, в принципе, достаточно. Потому что ты обрати внимание на то, как он поломался после такого небольшого времени в этой мясорубке. Его просто порубило, разрубило. Все колеса что-то в бок, смотри, просто в кашу, ё-моё. Ой, фига мотоцикл. Тайм-код, фига тут проехал. А этот паренек что-то тут не может никак разобраться, куда он хочет ехать. Ладно, не будем ему мешать, пожелаем ему удачи. Так, а как у нас поломается? Ну, например, вот эта ламба. Такая ламборгини Диабло, если я, конечно... А, нет, какая Диабло? Я ошибся. Это ламборгини Каунтач вроде, или Каунтач, как это называется? Я Диабло назвал. Ну, я, ребят, извиняюсь, можете меня в комментариях поправлять, я не обижусь. Я все тачки не могу запомнить все равно, но какая бы эта Ламборгини ни была, все равно она сейчас будет поломанная, ребят. Поэтому неважно, какая это Ламборгини, совсем неважно, все равно сейчас она будет поломанная в нашей мясорубочке. Ё-моё, кирдык, да? Просто кирдык. Ай-яй-яй-яй, ой-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй. Ребята, короче, жестко, прям капец. Капец, как жестко. Раз. Блин, ну что-то она никак не хочет вниз падать. Сейчас мы ей поможем. Бам! Ну-ка, ну-ка. Капец, а чего она вниз-то не хочет падать? Давай вниз уже. Раз. Ну, ё-моё. А, она, кстати, все, она больше не едет. Все, она не едет больше. А, ребята, давай мы ее вот сюда бросим. Она реально больше не едет. Как? Ну, видимо, все, двигателю капец. Бабах, приземление. Ну, вот такие повреждения после мясорубки, в принципе, не очень, конечно, мощные, я знаю, но все равно, в принципе, нормально поломалось, в принципе, да? Вот. Почему-то мод не может абсолютно все машины круто помять, только, видишь, у кого-то срабатывает, у кого-то... Не, ну, в принципе, он везде срабатывает, просто у некоторых машин как будто не предусмотрены, да, такие крутые повреждения. Ну ладно, но мы все равно не в Beam NG Drive. Если были бы мы в Бимке, кстати, если хотите Бимку на моем канале, то обязательно пишите в комментарии. Может, я запишу Бимку, может, будем Бимку еще снимать помимо GTA 5, но все равно. Это если вы хотите. Ну, а мы Лоурайдер сейчас поломаем. Лоурайдер, конечно, был офигенный, но я уже вижу, что от него остается, а остается от него, в принципе, ничего. Он, смотри, просто по деталям разобрал. Я его... Точнее, не я его, а наша мясорубочка просто по деталям разобрала наш лоурайдер. Красивенький. Да, какой бы он красивый не был, все равно ему капец. Смотри. Ё-моё, бабах! Ой-ой-ой, давай, Ралюха, выпрыгивай. Капец, у него просто все, все, смотри, как поломано. Офигеть, вон яички висят. Капец, короче, офигеть. Офигеть, минус тачка. Блин, да мне ее жалко, на самом деле крутой был лоурайдер, но Райлюха пришел и все поломал. Райлюха только ломает, да, ребята? Так, ну ладно, давай тогда возьмем, может, вот этот пикапчик, в принципе. Прокатимся на нем. Поломается или нет, как раз узнаем, насколько он хорош. Вапид называется, ё-моё. Кстати, заметил, в GTA-шке много всяких вапидов. Реально, вапидов много машин. С одинаковыми, ну, названиями. Если ты меня смотришь, то ты, в принципе, уже понимаешь, о чем я говорю. А надеюсь, ты меня давно смотришь, надеюсь. Много интересно преданных подписчиков, которые там год, допустим, смотрят, ну, меня на постоянке. Очень любопытно. Таким отдельный респект. Спасибо, что, ребят, меня не забываете и смотрите меня стабильно. Вам за это отдельный респектик. Ну и всем, в принципе, респект, кто смотрит. Всех, ребят, я вас обожаю. Но вот что стало с нашим пикапом. Мы еще забор снесли, вообще нормально. Он как будто... Ой, ё-моё, он как будто просто стал немножечко поменьше, да?
Его как будто просто ужало немножко. Ну, ладно, ладно, в принципе, нормально. Давай мы сейчас поломаем трактор, кстати. Трактор гламурный. Совсем про него забыл. Так, давай, поехали. Трактор, розовый трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. Ё-моё, ребята. Что такое с трактором? Бам! Он вообще будет ломаться? А, да, в принципе, все, его начинает корежить. Замечательно. Замечательно, да, в принципе, начинает корежить трактор. И все, что ли? Это все? Вот как покорежило наш трактор. Вот так. Ну, его прям, смотри, изогнуло, да, посередине. Прям вообще. Изгибчик такой хороший у него стал. Такой прям. Не, покорежный. Он сейчас взорвется еще 1000000%. Ладно, нужно от него убегать. Так, давай-ка мы сядем теперь вот в этот Ford. Джип 4х4, высокий такой бигфутик. Садимся и погнали в нашу мясорубочку. Насколько хорошо сейчас вот этот транспорт у нас помнется, поломается. Так, бро, братишка, это не считается. Еще раз, падай, давай падай, падай. Куда улетел? Ишь чего? Улететь захотел, не хочет ломаться, боится, бояка. Бояка, все сюда попали, а ты думаешь не попадешь, да? Так, давай-давай, все по-честному, что было. Нифига его там уже помяло, ребята. Кирдык. Бедный Бигфут, я ему не завидую. А, все что ли? Все что ли? Так, бам, на колеса приземлились. Так, какого-то дядьку задавили. Ладно, нормально, в принципе. Ё-моё, ты посмотри. Как у нас спереди тачка поломалась. Просто колеса, смотри, в бока. И сзади. Ё-моё, блин, реально угарно. Вот это прикол. Вот это вообще прикол, Дейсик, конечно. Ё-моё. Ой, да, опять кто-то к нам приезжает. Эй, что вы все сюда приезжаете? Давай уезжай сюда, тут эксперимент снимается. Сюда нельзя. Давай-давай-давай, улепетывай отсюда. Что-то, блин, все приезжают, что-то хотят посмотреть. Ребята, это не вы случайно, подписчики, приезжайте посмотреть, да? Как Ролюха снимает экспериментик. Так, давайте Lexus. Lexus 570 вроде, да? Да, LX 570 Lexus. Вот такой вот он крутой. Сейчас от него ничего не останется. Вангую. Ё-моё. Так, это нечестно. Это нечестно. Давай, давай, давай. Да. Куда ты все улетаешь-то, Lexus? Давай по-нормальному. Хватит улетать. Бам. Давай, бам. Ё-моё. Бам. Просто кирдык. Ты посмотри, что происходит с нашей тачкой. Бам. Ну тут явно минус Lexus как бы. Капец, уже дверей, ни одной двери нету, ни одной фары нету, ребят, все поломалось. Главное, что вот ты заметил, главное, что у всех тачек салон целый, салон. Все поломалось, а салон целехонький. Ну что поделать, такая игра, блин. Так, ладно, Lexus все никак не может вовнутрь попасть, ребята. Бам, сейчас мы ему поможем, блин, давай, ё-моё, что это? Где я? Давай, давай, давай. Давай, в город, в город. Во, в городе. Давай. И бабах. И вот что стало с нашим Лексусом. В принципе, нормально. Мы у него подвесочку пониже сделали. Теперь он заниженный. Теперь заниженный Лексус. Фига двигатель. Ё-моё. Взорвался. Короче, капец. Можете потом просмотреть на паузе, как мы его поломали. В принципе, хорошо. Так, давай мы теперь поломаем. Я думаю, о, Беху Ай-8. Ай-8 Беху. Опять кто-то тут летает. Кто все летает? Где этот вертолет? Он мне уже надоел конкретно. Летает, мешает. Ну-ка, давай-ка. Жм, в дрифте. Бам! Опа. Хорошо, хорошее начало, ребята. Давай. Раз. Ё-моё. Что это? А, подожди, подожди. Стой! Что-то я как-то... Ребята, так, подожди. Давай мы еще раз запустим нашу Беху в мясорубку, а то что-то я просто... Ты заметил, как я идеально проехал и выехал из этой мясорубки, прям под... в концовочку прям. Она даже не порубила тачку, даже не сколечки. Ну, немножко там. Раз, давай-давай-давай, вот сейчас мы порубим еще. Бам, пусть хоть немножко хоть побудет в мясорубке-то. Не всегда ведь она в мясорубку попадает, а у нас эта тачка. Вообще редко у нас Беха Ай-8 в роликах, надо ее почаще будет вставлять. Ну ладно, ладно, все, хочет, пусть падает. В принципе, вот что стало с тачкой. Офигеть, смотри, как спереди. Ё-моё, тут вообще конкретно. И сзади конкретно. И сейчас тачка тоже взорвется. Ну, я как бы, я вообще. Ну, все, она взорвалась. Я просто без комментариев. Я так и думал, то, что она взорвется. Так, давай, на Хаммере, потом на Бугатте. Я думаю, будет замечать. Так, шестиколесный Хаммер, просто смотри, какой танк. Это реально танк. Просто кирдык, ну и тачка. Офигеть.
Ну все равно легендарная тачка, Хаммер же все-таки. Ё-моё, да куда ты? Давай-давай мясорубку, как миленький в мясорубочку. Давай-давай. Че думаешь, всех порубило, тебя не порубит? Не-не-не, у нас тут все по-честному, у нас честный эксперимент. Всех порубит. Кого надо, кого не надо. Ну ладно, ладно, хочешь вылетай. В принципе, и так, смотри, как его круто помяло. Не буду я уж его снова возвращать. Смотри, что с ним стало просто. Ё-моё. Крыша помялась, все помялось. Ёшкин дрын. Блин, жалко на самом деле Хаммер, крутой. Но, блин, повреждения просто опупенные, сам глянь. Офигеть, тут вообще, смотри, как стекло сжало. Крышу просто промяло, офигеть как. И у нас остается Бугатти Диво. Сейчас мы посмотрим, что станет с этой дорогущей Бугатти Диво в нашей мясорубочке. Так, давай, готовы, ребята? Заезжаем, заезжаем. Раз, ё-мо, куда тебя все уносит? Так, давай сюда, в мясорубку, бам. Давай еще раз, бам. Бам, ё-моё. Еще раз, бам. Бам, бам. Нормально. Бам, ё-моё. Минус Бугатти. Просто, ребята, как же ее покорежило. И вот что стало с нашей Бугатти Диво. Просто глянь, в какое... В какой блинчик, в какую какашку она превратилась. Просто смотри, ё-моё. Колесо отпало, все отпало. Просто кирдык. Ребята, большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку и то, что поделился этим видео со своим другом. Это было очень мощно. Ребята, не пропускайте мои новые видео. С вами был Райлюха и эксперимент мясорубка машин. До скорого, ребята. Всем пока-пока. Скоро увидимся.